3 по 5 стих. Псуким гимел ад хей. О, шалош. Кен, шалош ад хамеш. Да не, это 10 заповедей, которые Господь оставил. Первое из них. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Ло йе леха элоим ахерим аль панай. Не делай себе кумира. Ло таасе леха песел. И никакого изображения того, что на небе вверху. Вехол тмуна ашер башамаим мимал. И что на земле внизу. Ваашер баарец митахат. И что в воде ниже земли. Ваашер бамаим митахат лаарец. Не поклоняйся им и не служи им. Ло тиштахаве лаэм вело таавдам. Ибо я Господь Бог твой. Ки анухи Адонай Элохеха. Бог ревнитель. Эль кана. Наказывающий детей. Покед авон авот альбаним. За вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящего меня. Аль шилешим ве аль ребеим лесунай. Бог, он взыскивает. Написано в иврите написано взыскивает вину родителей. כתוב שאלוהים פוקד אבון אבות על בנים. До третьего и четвертого рода. עד שלושה וארבעה דורות. Понимаете, если до третьего и четвертого рода от вас и туда вот выше есть люди, которые не поклонялись Богу, занимались колдовством. אם החל מכם ומעלה בדורות של האבות שלכם היו אנשים שלא השתחוו לאלוהים, שעסקו בכישופים למיניהם. занимались всякими разными видами гороскопов. עסקו בהורוסקופים. קבלוי. קבלה. были мусульманами и поклонялись ну исламу, Будде. היו мусульманים או буддистים. занимались всякого вида рода колдовством. כל מיני סוגים של כישופים של הסרת עין הרע או כללות למיניהן. צ'ירדייסטווים. קסמים למיניהם. Знаете, что такое чародейство? אתם יודעים מה זה קוסם? Это чары, которые в действии. זה קסם שעובד, שפועל. На самом деле наркотики это чародейство. למעשה הסמים הם איזשהו קסם, כישוף, סוג של כישוף. Алкоголь это чародейство. Алкоголь – זה סוג של כישוף. Почему? Потому что оно одурманивает наш разум. Лама, כי זה ממסטל את הדעת שלנו. Человек, Бог предопределил человеку быть в здравом уме. Элоим יצר את האדם ככה שהוא יהיה ערני מאוד בדעתו. צלול בדעתו. צלול, סליחה, בדעתו. Цалюль на иврите это чистый, как стеклышко. Он должен понимать, что он делает всегда. צלול בעברית זה מאוד נקי, כמו זכוכית. הוא צריך תמיד להבין מה הוא עושה. Когда мы отдаем себя во власть чародейству, мы не понимаем того, что на самом деле мы в руках у сатаны. כאשר אנחנו נותנים את עצמנו תחת מרות של כישוף, אנחנו לא מבינים שאנחנו למעשה נכנסים תחת הסמכות של השטן, תחת השלטון שלו. Знаете, у нас в народе любят сказать, вот хочу забыться, вот хочу забыться. אתם יודעים, בשפה העממית פשוטה... נלי себе что-нибудь, вот и забыться. אומרים, אני רוצה לשכוח מהכל, לשכוח את עצמי, לשתות משהו ופשוט להירגע. Запомните, что Господь, написано, Бог ревнитель, Он ревнует о своем народе. תזכרו שכתוב אלוהים הוא אל קנה והוא מקנה לעמו. Здесь написано до третьего, четвертого колена вообще может идти это проклятие. כתוב כאן שהכללה יכולה להימשך עד הדור השלישי והרביעי. Давайте вот как бы, за недостатком времени я просто буду говорить некоторые примеры с Писания, потому что у нас и без этого много мест Писания. Я верю, что Господь, Он даст просто милость просто это все провести. בגלל שאנחנו קצרים בזמן, אז בואו פשוט מהר נעבור על הפסוקים שהכנתי, ואני מאמינה שאלוהים ייתן לנו חסד באמת להספיק הכל. Давайте посмотрим на картину Авраам, Ицхак и Яков. בואו נסתכל על התמונה של אברהם, יצחק ויעקב. Вы знаете, у Авраама был отец, который являлся идолопоклонником. לאברהם היה אבא שהיה עובד אלילים. Он был
не только простым идолопоклонником, который как бы, ну, просто поклонился, он именно изготавливал эти фигурки. Это был их бизнес семейный. הוא לא רק היה משתחווה לאלילים, הוא היה למעשה מכין את הפסלים האלה, מפסל אותם, זה היה העסק המשפחתי שלהם. אברהם возревновал о Боге живом. Авраам кине ле Элоим хаим. Он задумался, он просто посмотрел на все творение и посмотрел на продукцию своей семьи, и он подумал, неужели это Господь? Не может быть. Он истекел על כל הבריאה, ויסתכל על היצירות של משפחתו, ואמר, האם זה האלוהים? לא יכול להיות. Я не согласен с этим. אני לא מסכים לכך. Бог увидел это в его сердце. ואלוהים ראה את זה בתוך ליבו. Самое главное нам быть чистыми в сердце своем, Господь узрит. הכי חשוב שאנחנו בתוך הלב שלנו נהיה נקיים, טהורים, ואלוהים יראה את זה. אברהם начал взыскивать Бога живого. אברהם התחיל לחפש את האלוהים החיים. И так Бог начал говорить к сердцу Авраама. וכך אלוהים התחיל לדבר אל ליבו. צא מאור כסדים. Ну, знаете, я как бы хочу сейчас просто показать одну вещь. Авраам уже покаялся, да? Авраам уже покаялся, правильно, пред Богом? Бог его призвал, Бог с ним говорил. הוא כבר חזר בתשובה, אפשר לומר, כי אלוהים קרא לו ודיבר איתו. Но было проклятие. אבל הייתה כללה. Его жена Сара не могла родить. אשתו שרה לא יכלה, שרה, שרי, נכון? כן. שרי, היא לא יכלה ללדת. Не только, понимаете, это проклятие, которое было на семени. זאת הייתה הכללה שהייתה על הזרע. Что дальше мы смотрим? Господь сверхъестественно пришел. Элоим בא דרך על טבעית ונתן חסד ורחמים. И разрушил это проклятие. ושבר את הכללה הזאת בדור הזה. Это был первый род. זה היה הדור הראשון. Смотрим дальше. Авраам Ицхак. בואו נעבור אל יצחק. Та же самая картина. אותה תמונה. Нет детей. Эйн элядим. У Ицхака нет. У Ицхак это семя уже благословен, уже пока Ицхак, это первое поколение, да, уже. Мевурах. То есть, а почему нет детей? Лама эйн элядим. Проклятие. Второй род. Второе поколение. То, что мы видим в Писании. Во-первых, Писание, смотрите, 10 заповедей вообще. Это Бог просто сообщил в свое время о 10 заповедях. Вообще закон Божий, он вечен. Он от начала был уже. И до конца он будет. Понимаете? Это как закон притяжения. Он существует до того, как мы его, прежде чем человек его обнаружил, он уже существовал. То же самое и заповеди Божьи. Они задолго, ну, давно уже существовали, и только потом Бог их дал просто. А ты знаешь, что עשרת הדיברות זה כמו חוק המשיכה. הוא תמיד היה קיים, רק ש... וגם עשרת הדיברות, הן היו קיימות, אבל אלוהים נתן אותן באיזשהו שלב, פשוט מסר את זה לעמו. Ицхак та же самая проблема, нет детей. Ицхак ота бая, эн иладим. Молятся, постятся. Метпалелим, цамим. Взыскивают Бога. Мехапсим эт панав шел Элоим. Бог являет милость. Элоим ба меви хесед. Разрушается проклятие второго рода. Нишберет аклала ба дор шени. Появляется на свет Яков. Ве Яков нулад. Третье поколение Яков, та же самая проблема. Яков, ота бая. Что такое? Мы же верующие в третьем поколении. Макара, אנחנו מאמינים דור שלישי כבר. Знаете, это в каждом поколении просто нужно стоять на истине Слова Божьего, чтобы Господь сверхъестественно вмешался и дал свою милость в свое время. אתם יודעים, בכל דור אנחנו פשוט צריכים לעמוד על הדבר באמונה, על מנת שאלוהים יתערב ברוב חסדו ויפתור את הבעיה הזאת בזמן הנכון שלו. Яков родил потом уже через Рахель, это сын обетования, да, через Рахель, потому что он Рахель любил. У него-то были дети, да, вот как бы у него там было много жен, наложниц. Именно от той, которую он любил, это как бы нужно было сверхъестественное Божье вмешательство. Ле Яков היו נשים ושפחות, אבל זאת שהוא אהב באמת, רחל, הוא היה צריך את הבן הזה, בן ההבטחה. Но потом уже мы видели, что уже конкретно проклятие было разрушено, и народ Божий начал размножаться. А в лахармехен, אנחנו רואים כבר שהכללה נשברה, והעם של אלוהים התחיל להתרבות. И мы видим это в Писании уже потом, что в Египте до такой степени народ Божий размножился, что это было уже большой проблемой для египтян. ואחר כך אנחנו רואים בכתובים שהעם של אלוהים כל כך התרבה שזו כבר הפכה להיות בעיה עבור המצרים. Что мы можем почерпнуть для себя?
Мы אנחנו יכולים לציין עבור עצמנו. Те, которые приняли Иисуса Христа, у нас сейчас путь, где мы должны стоять. И стоять на благословении, то есть стоять на Слове Божьем. И уповать не на нас, но на милость Божью совершенно. אלה אשר קיבלו את המשיח ישוע, אנחנו כבר צריכים פשוט לעמוד על הדבר ולא לבטוח בעצמנו, אלא לבטוח באלוהים באופן מלא. Проклятие, оно очень зависит от мышления человека. הכללה מאוד מאוד תלויה בחשיבה, בדרך החשיבה של הבן אדם. Потому что идолопоклонство это помутнение в разуме, это то, что принять то, что на самом деле не является Богом. Это нужно быть у человека должно быть помутнение разума вообще, чтобы поклоняться творению вместо Творца. כי עבודת האלילים זה גם איזשהו סוג של שיגעון. בן אדם צריך שדעתו לא תהיה צלולה על מנת שהוא ישתחווה לבריאה במקום לבורא. Второй пример, который я хочу привести вам. הדוגמה השנייה שאני רוצה להביא. Это когда уже народ Израиля выходил из Египта. כאשר בני ישראל כבר יצאו ממצרים, במהלך היציאה שלהם ממצרים. Египет очень близко с Израилем, кто знает? Мицраим נמצאת קרוב מאוד לישראל. Очень близко. מאוד מאוד קרוב. Очень, очень, очень близко. עוד מאוד מאוד קרוב. 40 лет понадобилось народу. 40 שנה הם הצטרכו על מנת. Для того, чтобы войти в землю обетованную. להיכנס לארץ המובטחת. Что это такое, Господи? מה זה אלוהים? Что это такое, уму непостижимо, уже с Эфиопии люди идут пешком, и ничего страшного. Филуми Эфиопия כבר אנשים באים ברגל ולא נורא. Такое время, что такое 40 лет? מה קרה, 40 שנה? Сколько поколений входит в 40 лет? Кто мне может сказать? כמה דורות נכנסים תוך 40 שנה? Ну, смотрите, если вам 40 лет. תראו, אם אתם בני 40, у вас может, да, три поколения, правильно? Владимир хорошо считает. Владимир, я тоже задумалась об этом, думаю, дорог. 40 лет. Сколько поколений ему? Даже в 4 может вместить. Афилу арба ехолим лейканес. Написано до третьего и четвертого рода. Катув ада дора шлиши варви. Понимаете, некоторое время. Это было бы, конечно, как бы, видите, это Божий закон. Просто я просто дала вам попробовать Божий закон, как он все работает. Ветер хем дугма шел ахок шел Элоим, Торат Элоим, эх и оведет. Слово Божье истина. Двар Элоиму эмет. Если мы взыщем его, он способен изменить все в нашей жизни. Им אנחנו נחפש את פניו, הוא מסוגל לשנות הכל בחיים שלנו. Давайте посмотрим в Второзаконие 7. בואו נלך אל דברים 7, זין. 25-26. Кумиры богов их сожгите огнем. То есть это кумиры, да, вот эти вот. Не пожелайте взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для вас сетью, ибо это мерзость для Господа. פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו שקץ, תשקצנו, סליחה, ותעב תעבנו, כי חרם הוא. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Хорошо, ты уже прочла это. Кумиры богов их сожгите огнем. То есть Бог явно говорит, как разбираться с идолами. Кумиры богов их сожгите огнем. Элоим אומר בפירוש איך לטפל בעלילים האלה, פסיליהם תשרפו באש. Что мне делать с этой литературой, которая у меня есть? מה אני אעשה עם כל הספרות הזאת שנמצאת אצלי? Написано в Новом Завете, что они там собрали все колдовские книги и сожгли. И там такая сумма кругленькая вышла. כתוב שבברית החדשה שהם אספו את כל הספרים האלה ושרפו והיה שם סכום מאוד עגול. Если я не ошибаюсь, 50 тысяч драхм. אם אני לא טועה, זה 50 אלף драхм. Это драхм, это как шкалим, это как евро, евро сегодня. כמו יורו היום בערך. 50 тысяч драхм. Ну, я, может быть, даже и больше, я не знаю. אני חושבת שאולי אפילו יותר, אני לא יודעת. Евро, как
как пример. Хорошо. Не пожелай взять себе серебра или золота. Все, что касается заклятого, все, что касается нечистоты, которую Бог внушается, мы не должны соблазняться ничем. Не пожелай взять себе ни серебра, ни золота, которое на них, дабы это было для тебя сетью. Это может для человека быть сетью, понимаете? Все эти вещи могут для человека быть сетью. לא תחמוד כסף וזהב עליהם. כל הדברים האלה, כל החפצים האלה שהם היו שייכים לעבודת אלילים, הם יכולים להיות פשוט רשת בשבילך. Это касается всего того, что мы можем видеть. Вот, например, каждая газета сопряжена с гороскопами. זה נוגע לכל מה שאנחנו יכולים לראות. Это может быть сетью, на самом деле. כל עיתון יש בו הורוסקופ. וזה יכול להיות ממש, ממש מלכוש. Вся атрибутика, которая в Израиле, ее полным-полно, потому что сюда приехали со всяких стран мира люди, поклоняющиеся миллионов идолов вообще. כל הסמלים האלה שנמכרים בישראל, יש פה המון עבודת אלילים, מכיוון שעמים שונים שהשתחוו לאלילים הביאו את זה מכל העולם. Всякие коровы, всякие слоники. כל מיני פרות ופילים. Им же моль. Понимаете, когда кто-то их делал, они вкладывали этот духовный смысл. כשמישהו יצר אותם, הם הכניסו לזה משמעות רוחנית. חמסה. Вот евреи любят, да, наши? Иудим, на самом деле, еврейский народ погряз в колдовстве. Потому что каббала — это колдовство. У нас ислам, да, процветает тоже в Израиле. Ислам гам порях в Израиле. Ислам — это тоже колдовство. Ислам — это гам кишуф. Господь, кровь Иисуса Христа на меня и на всю церковь я призываю, потому что на самом деле это разоблачение, которое требует окропления кровью, потому что свет Божий приходит, и он разрушает всякое проклятие, понимаете? זאת תגלית חשיפה שדורשת כיסוי בדם של ישוע המשיח, כי זה שובר כל כללה למעשה, ההתגלות הזאת. Мы должны бодрствовать. אנחנו צריכים להיות ערים, ערניים. Потому что, к сожалению, христиане не придают значения тому, что они вообще берут и что они получают в подарок даже, и приносят домой как сувениры. לצערנו, המאמינים לא, אין להם מושג מה הם מביאים הביתה, מה הם מקבלים כמתנה אפילו. הם לא נותנים לזה משמעות רבה. Однажды мы были в гостях у пастыря в Швеции с Ораном. Это было много лет назад. לפני הרבה שנים אורן ואני היינו בשוודיה והתארחנו אצל פסטור אחד בביתו. Мы были у пастыря, значит, и мы заходим в дом. ואנחנו נכנסים לבית. Мы только приехали, уставшие с дороги. Как бану עייפים מאוד. И мы встретились лбом, так вот, и хамса там такая стоит. וממש עם המצח שלנו נכנסנו לתוך החמסה שהייתה שם. Это был проповедник полного Евангелия, любящий Израиль. וזה היה מטיף, מבשר, שאוהב את ישראל. У которого не было абсолютно никакого понятия о хамсе. שלא היה לו שמץ של מושג, מה זה החמסה. Он любил Израиль. הוא אהב את ישראל. Он думает, ну а почему бы нет? Ему подарил это еврей, который живет там, в Швеции. Иуди, שגר שמה בשוודיה, הוא נתן לו את זה כמתנה. אורן сказал, ты что здесь держишь дома? Ты ж пастор. Оран, мама, ты мужик, ты бабада, ты пастор. Хорошо, на самом деле нужно просветлять ума людей, потому что мы должны знать, написано, из-за того, что ты не расследовал, ты попал. בגלל שאתה לא חקרת, לא חיפשת את האמת, אתה נפלת במלכודת הזאת. Я вам сейчас всем говорю, до единого. ואני אומרת לכל אחד ואחת מכם, ваша ответственность расследовать. האחריות שלכם היא לחקור. Здесь слово святое. כאן הדבר הוא קדוש. Господь движется через эту сцену. אלוהים נע דרך הבמה הזאת. אני יכולה לדבר על הבמה הזאת. Потому что здесь есть, мы бодрствуем, молимся, постимся. אנחנו ערים, ערניים, ואנחנו מתפללים וצמים. И все кладем под ноги Господа Иисуса Христа, для того, чтобы это было чистое слово. והכל שמים תחת רגליו של אדון ישוע המשיח, על מנת שהדבר הזה יהיה טהור. Но ваша ответственность исследовать. אבל האחריות שלכם היא לחקור. Брать Библию. לקחת את דבר אלוהים. И стоять, и бодрствовать над словом. ופשוט להיות ערים על הדבר.
Потому что благословение и проклятие, כי הברכה והכללה, оно предлагаются вам. הם מוצאים לכם. Вы должны избрать. אתם צריכים לבחור. Благословение не всегда выгодно избирать. Ну, в первый взгляд, благословение нужно от много от чего отречься. במבט ראשון, אם אתה בוחר בברכה, אז יש הרבה דברים שאתה צריך להפנות גב אליהם. Ну, например, то есть вот колдуны, которые были, приняли Иисуса Христа, они же сожгли что-то, לדוגמה, что им было дорого. המחשפים האלה שקיבלו את ישוע המשיח, הם שרפו משהו שהיה להם מאוד יקר. Вот первое, это признание, и нужно удалить, вот как здесь написано, кумира богов, их сожгите огнем. והדבר הראשון זה להודות, ואז פשוט להשמיד את האלילים, כמו שכתוב פה, לשרוף באש. Но здесь кое-что другое еще, и не пожелайте взять, не пожелайте. אבל יש פה עוד דבר, ולא תחמוד. Есть люди, которые сожгли, но опять ищут. И это опять прилипает к ним. יש אנשים ששרפו את זה, אבל ממשיכים לחמוד בדבר הזה. הוא רק נפטר מהדבר הזה, ושוב זה רודף אותו. Откуда это опять взялось? מאיפה זה צץ פתאום? Иногда мы с Ороном бываем, ну, в домах тех, которых мы только их избавили от всего этого мусора. Приходим второй раз, опять одно и то же. Орен ואני מבקרים בבתים. К нему это все липнет. Я могу не заметить, а Орен как-то вот, как-то он быстро это... Вот вылавливает прямо это все. אנחנו מבקרים בבתים של אנשים שרק עכשיו שחררנו אותם מזה, ופתאום, ואני לא שמה לב כל כך, אבל אורן הוא כל כך עירני, והוא שם לב לדברים האלה, שהוא רואה אותם פשוט. Если ты избавился, сжег, но желаешь этого, это опять к тебе придет. אם אתה שרפת, אבל אתה עדיין ממשיך לרצות את זה, זה יבוא אליך שוב. Написано, не пожелай. כתוב, לא תחמוד. Господи, дай мне время. אלוהים, תן לי זמן. Значит, здесь написано о золоте и серебре. Вы знаете, вообще есть кесев? Вещи, которые вот бесплатно предлагаются. Вот я, возьми. Есть дворы, что возьми меня домой, поставь меня на полку. Это вещь заклятая, которая может быть сетью. Избавьтесь от этого. За דבר שיכול להיות מלכודת בשבילכם. Домашнее задание, придите домой. ממנו. יש לכם שיעורי בית, תבואו הביתה. И переберите все, все, что у вас есть в квартире. Если вы не знаете, не можете это сделать, попросите соседа, попросите брата или сестру помочь вам. Если вы не уверены, в чем это заклято, это не заклято вообще. Позовите кого-нибудь, кто понимает это больше. Это нормально, амен. Уберите с домов ваших все нечистое. Потому что, на самом деле, смотрите, все через атрибутику действует. Еще один канал, это, конечно же, слово. Слово, которое мы выпускаем из наших уст, оно может принести нам же благословение и нам же проклятие. Как мы это знаем? Притчи. Мишлей. Кто читает притчи? Ми коре мишлей. Я знаю одну замечательную женщину. Ани макира иша хат нифла. Лея тоже ее знает. Гам Лея макира ота. Она нас учила когда-то. И пам хат лимда ацлейну. В притче 31 глава. במשלי יש 31 פרקים. Каждая глава на каждый день. כל פרק ליום אחד. Вот вам чтение на каждый день. הנה לכם קריאה לכל יום. Сегодня какое число сегодня? היום מה התאריך? השמיני. שמיני. Восьмая глава притч. Мишлей, перек шмоне, айом лико. Вы знаете, если мы, Бог предусмотрел каждый день нам для просвещения, читайте, Элоим, просвещайтесь. Натан лану шиур ле йом-йом. Тикреу в... Это второе домашнее задание. За шиуре байт миспар штайм. Хорошо. Окей. Значит так. В притчах написано «Жизнь и смерть во власти языка». Бемишлей катув ахаим ва мавет бияда лашон. И поэтому это источник, который мы должны очищать через обновление мышления и Слово Божье. Из одного источника не может идти сладкая и горькая вода. Мотуким лизром Мы
На самом деле человек является собой сосуд. Лемаса бен адам уа кли. Я до него добралась. Ине, кибальти эдзе. Мне так нравится эта декорация вообще. Ани коль каха оэвет эта тафора азот. Человек является собой сосуд. Элоим ху кли. Мне вот нравится вот этот сосуд. Ани оэвет эта кли азе. Потому что здесь он наполняется. Ки кан у митмале. А здесь у него есть отверстие. יש לו отдавать. פתח על מנת לתת. И вот я на самом деле хочу быть вот таким сосудом. ואני הייתי רוצה להיות כלי כזה. И на самом деле для него тоже остается. גם בשבילו נשאר. Он не может быть пустой для того, чтобы дать. רק על מנת לתת. Если я не буду наполнена Богом, то я не могу ничего мне дать. אם אני לא אתמלא על ידי אלוהים, אז לא יהיה לי גם מה לתת. А с другой стороны, это место предусмотрено для того, чтобы Господь меня наполнял. ומצד שני, המקום הזה נועד שאלוהים ימלא אותי. А это для того, чтобы я благословляла других. וזה על מנת שאני אברך אחרים. Вы знаете, некоторые наоборот умудряются как-то. אתם יודעים, יש אנשים שמצליחים הפוך. Отсюда они наполняются. מפה הם מתמלאים. Одно какое-то маленькое откровение вот получил человек, еще не дошло до суда, оно уже выливается отсюда. Я хочу служить, Господь! Я понял, я принял. Дайте выдержку. Примите это в свою жизнь, на самом деле, сначала, в начале. Пусть ваша жизнь осветится. Пусть это благословение, это слово благословит сначала вас, а потом Господь вас наклонит так, чтобы вы могли дать именно тем людям, которые в этом нуждаются. Амен. Второзаконие, 28 глава. Я же не могла ее просто упустить. Лой холти ледалег аль зе. Это же вообще все там написано. Про благословение и проклятие. Кола браха ваклала. У благословения есть причина. Ла браха еш сиба. Есть причина, есть следствие. Еш сиба ве еш тоцаа. Причина. А сиба. Без причины не может быть следствия. Биладеа ло ехола лиот тоцаа. Тоцаа. На иврите. Биврит. Это то, что должно вытечь с чего-то. Зе маша царих лацет мимашеху. Давайте, вы сейчас меня поймете лучше, если мы будем читать Библию. А ты махшав тавину ты ятер тов, им анахну никра двар Элоим. 28, второзаконие 28. Дварим, кавхет. С первого стиха. Ахел ми пасук эхад. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, вэхая им шамо тишма бекол Адуна Элогеха, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Тишма бекол Адонай Элохеха. Я сейчас хочу перескочить на иврит. Почему на иврит? Лама ани роца ликфоц акшав леиврит? Потому что здесь как бы ярко выражено на иврите кое-что. Ки беиврит машу меод меод барур по, машу меод муар. Ваим шамоа тишма. Если будешь слушать. אם אתה תשמע, שמוע, то есть, שמוע, двойное действие слуха. כלומר, פעולה כפולה של השמיעה. Ты не просто должен услышать, должен услышать для того, чтобы исполнить это. אתה לא צריך רק לשמוע, אלא לשמוע על מנת לקיים את זה. ותעשה. ותעשה. לא, ותשמע, שנייה. ואם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, ושמור. לעשות את כל המצוות אשר אנוכי מצווה היום אוקיי. ונתנך. подождите, сейчас секундочку. Написано здесь לשמור לעשות. לשמור לעשות, это значит на иврите вот как шумер, да, он как бы он как это шумер? Охранник. Если ты будешь охраняя творить это слово.
על הדבר הזה ותקיים אותו. אתה תעשה את זה תוך כדי שאתה שומר על זה, לא סתם שמעת. אתה צריך לעשות את זה. ואתה צריך לשמור, להיות ערני ולשמור על הדבר. לשמור, מה אתה בוחר? מה אתה עושה? מה אתה אומר? прежде чем сказать слово, подумай секунду. לפני שאתה אומר מילה, תחשוב, להגיד או לא להגיד, תחשוב שנייה. לשמור, хранить. Хорошо. Здесь вообще на иврите главное слово это шамоа тишма. בעברית המילים הכי חשובות זה שמוע תשמע. слышать. Это как причина. זה כמו הסיבה. А потом уже браха. ואחר כך הברכה, התוצאה. Если ты хочешь благословения, но ты не в послушании, אם אתה רוצה ברכה, אבל אתה לא בציות, это не благословение. זה לא ברכה. Это абсолютно не благ... Это может быть видимый мираж, который пускает пыль в глаза. זה יכול להיות איזושהי הזיה שפשוט... הטעיה. שפשוט מסנברת אותך. Но не больше этого. אבל לא יותר מזה. Истинное благословение. הברכה האמיתית. Это когда мы слышим голос Божий. זה כאשר אנחנו שומעים את קולו של אלוהים. Когда Бог нам дает милость слышать Его голос. כאשר הוא נותן לנו חסד לשמוע את קולו. И когда мы исполняем Его слово. וכשאנחנו מקיימים את דברו. Мы должны быть уверены на 100%. אנחנו צריכים להיות בטוחים ב100%. Что благословение Божье, оно придет на нас. שברכת אלוהים היא תשיגנו. Есть видимый мир, есть невидимый мир. Есть олам нирэ, и есть олам билти нирэ. Видимое написано. Кола нирэ, временно. За змани. А невидимое вечно. Ва билти нирэ за ницхи. На нас на самом деле на земле на видимое действуют невидимые силы. למעשה, על כל מה שהזמני, הנראה, על פני כדור הארץ, משפיע עליו העולם הבלתי נראה. Человек может быть в благословении. Благословение — это вообще понятие духовное. Элоим יכול להיות בברכה. למעשה ברכה... בן אדם יכול להיות בברכה. בן אדם יכול להיות בברכה, וברכה זה משהו בלתי נראה, למעשה. זה מילה רוחנית. סליחה. זה מילה רוחנית. Благословение — это... משיכה. Относится к ряду духовного, вообще духовного, правильно? Браха и ногат ле дварим рухним. И также проклятие, но относится вообще к духовному понятию. Вегам аклала, лемасе зе мусаг рухани. Все это начинается как-то вот или там, или тут, как понять. Кол зе матхил шам о по, эх лавин эт зе? На самом деле, благословение и проклятие. Лемасе браха ва аклала. Это следствие нашего послушания и непослушания. זה תוצאה של הציות או האי-ציות שלנו. Если мы в послушании пред Богом, אם אנחנו בציות לאדון, знайте, что вы в благословении. אז תדעו, אתם תחת ברכה. Если, даже если вы ничего не имеете. אפילו אם אין לכם שום דבר. Если вы в послушании пред Богом, אם אתם בציות בפני האדון, и вы делаете то, что мы говорили, на самом деле послушайте еще раз и еще раз эту проповедь. Ну, если хотите, конечно, это ваш выбор. אני מציעה לכם לשמוע את המסר הזה שוב ושוב, אבל זו בחירה שלכם, כמובן. Если вы находитесь в послушании, אם благословение, אתם закон בציות, благословения уже действует на вас. אז תורת הברכה כבר פועלת עליכם. Если вы находитесь в бунте, אם אתם במרד, и непослушание, ואי ציות, знаете, что другой закон работает. אז תדעו שהחוק השני עובד. И не важно, что вы имеете на этот день. ולא משנה מה יש לכם היום. Возможно, вы были в послушании некоторое время, и Господь благословил благословение свое, אולי, и у вас все есть. אולי באופן זמני אתם הייתם בציות, ואלוהים ברך אתכם, ויש לכם הכל. Но в какой-то момент вы возгордились, возможно. אבל ברגע מסוים אתם התגאיתם. Знаете, и как бы в гордость это тоже как бы источник проклятия. Вагава и макора клала. Написано пред падением. Катув лифне анафила. Сердце человека возгордилось. Либо шел адам идгаа.
И тут нужно понять, что в момент гордости человек уже упал, потому что в духовном мире включен другой закон. כי בעולם הרוחני נדלק החוק השני, התחיל לפעול. На самом деле, как можно знать, я в благословении или я в проклятии? איך אני יכול לדעת אם אני בברכה או בקללה? Если я бодрствую, молюсь. אם אני ער, אם אני מתפלל. Если я очистила свой дом и все, что касается. Если я нахожусь в Слове Божьем. אם אני שוקדת על הדבר. И спрашиваю Бога. ושואלת את אלוהים, угодно ли моя жизнь тебе? האם חיי מרצים אותך? То я в благословении. אז אני בברכה. И не важно, что у меня есть и чего у меня нет. ולא משנה מה יש לי או מה אין לי. Этим вообще не, физическими вещами вообще не верится благословение. הברכה לא נמדדת בדברים הפיזיים. Написано в Откровении, ты думаешь, что ты богат? בהתגלות כתוב, אתה חושב שאתה עשיר. Но ты не понимаешь, у тебя ничего нет. אבל אתה לא מבין שאין לך דבר. Иди быстрее купи. Лех махер ветикне. Что там нужно купить он был? Глазную мазь. То, что... О, глазную мазь. О, мишха. Мы должны что-то увидеть, да? Это нахрен с хемлирот машу. То есть вот, это вам на размышление тема. Зе хомер ла махшава. Я хочу еще одно местописание. אני רוצה לפתוח עוד פסוק אחד. Хотя у меня еще четыре местописания. Потому что есть ли עוד ארבעה פסוקים? Я думаю, что это чтобы не было для вас слишком. אבל שלא יהיה לה גם יותר מדי, אמיס אליכם. Хорошо, вот Новый Завет я люблю. ברית החדשה אני אוהבת. Ну и Ветхий Завет. גם את התנ"ך אני אוהבת. Иоанна 10. יוחנן 10. 27 и 30. Ну можно все прочесть, ну посмотрим, как это. אפשר לקרוא הכל, בואו נראה. Иисус говорит. ישוע אומר. Овцы мои слушаются голоса моего. Цони тишмана эт кули. Я знаю их. Вани ядатин. И они идут за мной. Вахарай телехна. Давайте вот пока вот остановимся. Вот я сейчас Бо хочу открыть рега. это местописание. Они רוצה לקרוא את הפסוק הזה? לגלות אותו. Овцы мои слушаются голоса моего. Цони тишмана эт кули. Что это значит? Это значит, человек, слышащий Писание, вообще слышащий о Иисусе, о Его крови, о Его искупительной жертве, он откликается. Бенадам шешомеа ала корбан амушлам шель Иешуа Машиах ху мешив, ху мегив. Неэна. Овцы мои слушаются гласа моего. У Господа есть овцы на этой земле. לאלוהים יש צון על הארץ הזאת, וכתוב צוני תשמענה את קולי. Они слушаются. הן שומעות. Первое, что когда человек приходит к Иисусу, הדבר הראשון, כאשר אתה בא אל ישוע, Иисус предлагает ему жизнь. ישוע מציע לך חיים. Иисус предлагает ему благословение. ברכה. Иисус предлагает ему Царство Божье. וישוע מציע את מלכות האלוהים. И жизнь вечную. וחיי נצח. И эти овцы начинают слушаться гласа Бога. והצאן, הכבשים האלה מתחילות לשמוע את קולו של אלוהים. Когда они начинают слушаться, Иисус говорит, я знаю их. וכאשר הם מתחילות לשמוע, ישוע אומר, אני ידעתין. То есть много людей, вот те, которые откликнулись, начали что-то исследовать для себя и принимать для себя. Господь говорит, вот я тебя сейчас, вот этот момент избрания. Ты не просто человек, который послушал и оставил это, и сказал, мне это не подходит, мне нужно, подожди, я похороню отца своего, как Иисус говорит, да, оставь мертвецам погребать своих мертвецов, да, вот этот пример. כלומר, לא סתם מישהו ששמע ואומר, חכה, אני צריך לגבור את אבא שלי, וישוע אומר לו, תעזוב את המתים, לגבור את המתים שלהם. לא סתם אתה שמעת ואתה לא נהנית, אלא? Ты просто, ты принял это слово, и ты взял его для себя, для своей жизни. אתה קיבלת את הדבר הזה, ולקחת אותו בשביל חייך, ואז ישוע אומר, אני ידעתיך. И ты уверовал в это слово. ואתה האמנת בדבר הזה. Это для тебя реальность. Это стало для тебя реальным. זה הפך מציאות בשבילך. Овцы мои слушаются гласа моего. צוני תשמענה את קולי.
Вы знаете, когда я пришла в первый раз на служение, вообще это было в Казахстане. אתם יודעים, בפעם הראשונה שבאתי לאספה, זה היה בכלל עוד בקזחסטן, באלמטה. Ну, я как пришла, так и ушла физически, потому что как бы я больше туда и не возвратилась. אז פיזית, כמו שבאתי, ככה הלכתי, ויותר לא חזרתי לשם. Моя вера, она как бы уже в Израиле такая, вот как вы меня видите, меня Бог именно в Израиле поднял. Но я слышала, там люди на языках молились, я думаю, ой, иностранцы здесь, много иностранцев. Шамати метпалалим белешанот, хашавти, еш по арбе мевакрим, таярим михуль. Думаю, ну мне это не мешало, мне ничего не мешало. Зе ло эфреали, шум товар ло эфреали. Вы знаете, иногда говорят, вот верующие странно, как себя ведут, не пойду в церковь. На самом деле, если мы овцы паства его, ничто не смутит нас. Амен? У тебя что ж такая история? Ничего, да не смутит вас ничего. Вы пришли к Иисусу в первую очередь. Те, которые в первый раз, помашите мне рукой. Я фриала хем лаво, ки... Ми по пам ришона... Баруха ба! Брат, добро пожаловать! Иисус ждал тебя давно. Ещё хика леха арбезман. И сейчас он просто, я думаю, радуется, что ты здесь. В собрании святых. Господь хочет избавить тебя от всех проклятий твоих. Элоим רוצה לפטור אותך מכל הקללות שלך. И ввести в благословение. ולהכניס אותך אל הברכה. Я верю, что это произойдет. ואני מאמינה שזה יקרה. Амен. Хорошо. Вот. Овцы мои слушаются гласа моего. צאני תשמענה את קולי. Я знаю их. ואני ידעתין. И они идут за мной. ואחריי תלכנה. Идут за мной. תלכנה אחריי. Это значит идти за кем-то ощутимым. זה אומר ללכת אחרי מישהו. Есть слово, а есть личность. יש דבר ויש אישיות. Ты можешь сделать что-то, как я сказала, например. אתה יכול לעשות משהו, כפי שאמרתי. Но ты можешь идти за мной. אבל אתה יכול ממש ללכת אחריי. А что это подразумевает? מה זה אומר? מה הכוונה? Это подразумевает очень близкие взаимоотношения с Богом. זה אומר יחסים מאוד קרובים עם אלוהים. Ты не можешь идти за Богом. אתה לא יכול ללכת אחרי אלוהים. ощутимо. לחוש אותו. Если ты не слушаешь его слова. אם אתה לא שומע את דברו. Некоторые говорят, ну вот я не знаю, как идти, куда идти, что делать. יש אנשים שאומרים, אני לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, מה לעשות. Есть столько много религий, какая правильная? יש כל כך הרבה דתות, איזו מהנה נכונה? Есть много церквей, какая правильная? יש הרבה קהילות, איזו נכונה? Боже, где ты? Я потерялся. אלוהים, איפה אתה? אני הלכתי לאיבוד. Бог не хочет, чтобы ты потерялся в нем. אלוהים לא רוצה שאתה תלך לאיבוד. В нем. בו. Бог хочет, чтобы ты нашелся в нем. הוא רוצה שאתה תמצא את עצמך בו. Бог, ты тебя нашел, теперь ты должен найти. אלוהים מצא אותך, עכשיו אתה צריך למצוא את עצמך. Я знаю их. Сначала Господь должен сказать, я его знаю. Кодем колелю им цехна гид, они яда тиха. Духовный мир должен признать вас. А олам рухани цех ла кир беха. Галина, дочь Божия, я Галина, знаю. Бита, я ее знаю, она шел Элоим, они молится, мкирата. Постится. Хит сама митпалелет. Она старается жить по слову моему. И мештаделет лихьот аль пи двари. Я ее знаю. Они макирота. Они а потом, уже, а потом уже идет следующее, третье, да? Вахаках адавар ашлиши. И она пойдет за мной. והיא תלך אחריי. И каждый должен идти не за кем-либо ощутимым אחד... человеком. Ну, צריך... Человек тоже важная личность. Но конечно, наша цель, конечно, это идти за Богом. ואתה צריך ללכת לא אחרי אדם כלשהו. גם אנשים הם חשובים, אבל המטרה שלך היא ללכת אחרי אלוהים בסופו של דבר. Знаете, в последнее время это наша ответственность, в какой церкви мы будем. אתם יודעים, באחרית הימים זו אחריות שלנו, באיזה קהילה אנחנו נהיה. Потому что, на самом деле, разделится очень сильно будет видна эта черта. כי הקו המפריד הזה יהיה מאוד מאוד ברור. Последнее время Бог говорит, я делю козлов от овец. באחרית הימים אלוהים אומר, אני אפריד בין הצאן לבין העיזים. Это будет как бы явно. וזה יהיה מאוד מאוד ברור, נראה לעין. Но до этого существует преображение. אבל לפני זה השינוי קורה. Господь да простит меня сейчас.
שאלוהים יסלח לי עכשיו. Но есть путь преображения. אבל יש דרך של שינוי. Путь преображения или в овцу. או שאתה הופך לכבש. Или Цон? Ты превращаешься в козла. או שאתה הופך לעז. Вы знаете, это, может быть, это просто образно Господь говорит. Люди, которые слышат и не исполняют слово, они не могут рассчитывать на Божье благословение и спасение вообще. Бог может дать время преображения, чтобы мы посидели в тишине, посидели с Богом. Посидели с братьями и сестрами, были в служении. Служение — это только маленькая крапинка вашей жизни. Раз в неделю, два раза в неделю в лучшей степени. Даже если вы будете каждый день на служении, этого недостаточно для того, чтобы вы были спасены. Без этого нельзя преобразиться, потому что Бог действует через церковь. Это вообще заблуждение. Люди думают, я сам, я один, я дома. У меня же есть Слово Божье. Ты уже в непослушании. На какое благословение ты рассчитываешь? Ты должен быть в церкви. Ты хочешь благословения? Бог здесь, на этом месте. Ты должен идти за Богом для того, чтобы быть в благословении. Хорошо. И я даю им жизнь вечную. Вот эти вот вещи, которые люди слушают, Бог их принимает, они идут за личностью, которая называется Дух Святой, Отец Небесный, Иисус Христос. Это личное отношение с Богом. Это намного глубже отношение. Это когда Слово Божье, оно оживает. אלה יחסים עמוקים יותר, זה כאשר דבר האלוהים נהיה חי בשבילך. Я даю им жизнь вечную. ואני אתן להם חיי עולם. И не погибнут вовек. ולא תאבדנה לנצח. И никто не похитит их из руки моей. לא יחטוף את הן מידי. Вы не будете никем похищены, если вы стоите в истине. Даже если все из-под ног будет катиться и все рушится, землетрясение, вы в руке у Бога. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца Моего. Посмотрите, что здесь написано. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Это откровение, которое может только Дух Святой открыть человеку. Уму это непостижимо. Я думаю, что каждый из нас он натыкался на эту гору. Может быть, многие расшибли себе лбы об это откровение. Некоторые вообще махнули рукой и сказали: «Не знаю, ничего не понимаю, мне не подходит». Есть אנשים שפשוט ויתרו ואמרו: «Я не понимаю, что дар, это не מתאים לי». Написано: «Господь Бог мой един есть». כתוב Элохай Эхад Ху. То есть Отец Небесный, и все. Другого не могу принять. Написано: «Я и Отец одно». Катув они ва ави эхад анахну. Это истинное откровение. Зоит галут амитит. И вообще человек... Ладно, еще минутку, вы согласны? О, дака, ты маскимим? Только минутку. Рак дака. Человек жаждет всякого мистического знания. Каждый человек ищет знания. Коль бен адам мехапес еда. И ищет силы. Вемехапес коах. Если он не находит это в естественном, ему ло моце это в олам а-тивии, он влазит в сверхъестественное. У них нас ло олам а-аль-тивии. И там он
подходит или под благословение, или под проклятие. Там у них нас о тахата браха, о тахата клала. Незаконное вхождение в духовный мир. Книса бильти хукит эла олама рухани. Подводит человека под проклятие. Мвия это бенадам тахат клала. Законное вхождение в духовный мир. Книса хукит эла олама рухани. Подводит человека под благословение. Махниса это бенадам тахат браха. Потому что нету середины. Ки эйн эмца. Есть Бог. Еш Элоим. Который законно может дать это знание. Шеяхол летет леха это еда за бофен хуки. И он не только хочет дать это знание, он не просто ты хочешь это знание, он тебе желает дать его. Вело рак ата роце это еда за ху роце летет леха ото. И есть сатана. Ве еш сатан. К которому тоже есть доступ, но он тоже дает знания. Шегам элав еш гиша, вегам ху нотен еда. Но все знание, которое он дает, это противозаконно. Аваль кол ха-йеда шеу нотен зе бильти хуки. Которое подводит человека под проклятие. Везе махнис эт ха-бен адам тахат клала. Поэтому мы должны очень-очень осторожно быть к тому, что мы слышим. Лахен анахну црихим лиот меод-меод зехирим им ма шанахну шумим. И идти со знанием и за силой не к сатане и дьяволу. Велелехет ло ла сатан бешвиль лекабель эта еда. Но к Господу Богу. Эла эл Элоим ва Адон. И написано «Я и Отец одно». Векатув «Ани ва Ави эхад ху». Значит, через Иисуса Христа. Клумар дерех Иешуа Машиах. Мы законным путем. Анахну нихнасим бедерех хукит. Во-первых, окропляемся кровью. Кодем кол анахну метахарим бедамо. Потому что нужно войти к Богу. Ки цирих лейкенес эл Элохим. Бог святой. Элохим у кадош. И нужно законом приходить вообще к нему. Через то, что мы уже очищены. Ве цирих лаво элав бедерех хукит. Ахари шеквар тухарну. И Господь высвобождает на нас благословение. Ваз адон мешахрир браха алейну. Поэтому Иисусу очень было важно сказать «Я и Отец одно». Лахен Лейшуа я хашув мод ломар «Ани ва Ави эхад ху». Чтобы вы знали, что через Иисуса Христа мы входим в духовный мир и получаем полное благословение от Отца. Алминат шаты души «Дерх Иешуа Машех анахну нахнасим эле олам арухани ве мекаблим браха мелеа меэт хаав». Прекрасные знания. Еда нифла. Которая есть истина. Шегу хаэмет. Которое есть благословение для нас. Шигу абраха ворейну. И, конечно же, те, которые идут в этом и далее углубляются, идут за Господом, Бог дает им чрезмерную силу. וכמובן, אלה שממשיכים ללכת אחרי האדון ומתעמקים בדבר, הוא נותן להם יותר ויותר כוח. Потому что Царство Божие не в слове, а в силе. כי מלכות השמיים היא לא בדבר, אלא בכוח. Так что я благословляю вас, благословенные. Аз они меварехат атхем меворахим. Хорошей вам недели. Шаву атов шиелахем. Нет, сначала шаббат шалом. Кодем коль шаббат шалом. А потом хорошей недели. Ваз шаву атов.